Срочные новости, срочные новости, говорит сосиска. На землю упадет солнце. Буквально сегодня-завтра ожидайте падения солнца. Внимание, внимание, чрезвычайная ситуация. Машка, чрезвычайная ситуация. Ой, солнце упадет, оно же вон светит нормально, что происходит? Я не знаю, может это розыгрыш. Короче, дорогие друзья, нам мистер сосиска с телевизора говорит, что упадет солнце. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк. Вы не думайте, вы не рассуждайте, просто лайк для поддержки. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. И вопросик дня. Вот вы верите в разные вот слухи, что говорят? Вот насколько вы доверчивы? Напишите в комментариях. Типа, там, знаете, опишите себя, допустим. Я там доверчив настолько, или я верю во все, или там не во все. Вот ты, Машка, во все или не во все веришь? Не во все. Так, пойдем с Людочкой разбираться. Пойдем с Людочкой. Нам по телеку сказали, что солнце упадет. Я не знаю, что делать. Я тоже не знаю, что делать, а если упадет, а мы как-то вообще выживем. Так, ну солнце, вон оно, оно увеличивается, Машка, посты на него? По-моему, нормально все. Людочка, нормально. Людочка. Короче, что у нас дела вообще? Так, охламончики, у нас беда. Если по телеку сказали, значит правда. Телек не врет никогда. Вперед, нам всем хана. Ну... Людочка верит телеку, Машка. Людочка верит телеку. Ну, Людочка просто старая, мне кажется. Да, потому что телеку верить всегда нельзя. Нельзя, но мы на всякий случай подготовимся, Машка, как говорится. Это так, ну-ка, я беру, короче, бурятик. Бери, короче, бедроковые блоки. Сейчас мы с тобой найдем зону для бункера. Короче, ребят, мы должны сделать бункер. Стопудово должны сделать бункер. 1000000% должны сделать. Ну а вдруг реально? Как говорится, раз в год и сосиска стреляет. Ну, да. Так, здесь... Как та на телевизоре. Здесь плохая идея строить. Пойдем, Машка, сюда. Давай. Сейчас... Ну, смотри, найди где-нибудь. Ребята, мы сейчас... О! Идея! Мы сделаем вот здесь. Смотри, здесь человая зона. Мы сюда позовем Людочку всех жителей. Будем, короче, отвисать здесь. Вообще, зажигать. Но нужно будет это все пересобачить, Машка. Сейчас мы сделаем с тобой ремонт для бункера. Мой бурятик у меня. Давай здесь сейчас проверим стенку, я снесу. И ты запоминай, как стоят цвета камни, также поставишь, а вот эти все блоки заменишь на бедрок. Хорошо, я пытаюсь запомнить. Давай, ну-ка, фигач. А тут цвета камни-то вот такие. А-а-а, ёшкин матрёшка. А там, по-моему, Людочки были, пошли сбегаем. Кажется, были, да-да-да. Ой, я застряла в диване, отлично. Машка, ты что, не взяла, что ли? А что, нет, не взяла, я тут сказала бы друг, я бы друг взяла. Вот, смотри, тут светокамень и морской фонарь. Я взял, короче, сейчас тебе дам, пошли. Смотри, ой, ну, ты улетел. Ты что делаешь? Что китаешься предметами? Машка, светокамень у меня, все быстрее, короче. Так, на тебе, короче, светокамень, на тебе морской фонарь, все, делай, короче, все. Ага, так. Нормально делаю, ага. Машка, да. Машка чисто этот у нас ремонтник. Во, смотрите, вот ремонтирует. Так было, вот так было, да-да-да. Вот так, а там да? Бедрок, да, делай бедрок, короче. Отлично. Так. Сейчас так. Здесь пилю, Машка, запоминай. Давай. Вот, делай. Отлично. Так, у нас было как? Там было все вот как-то так вроде, да? Да, вот вверху бедрок, вот. А вверху бедрок. Да, вот так вот. И не, там не, снизу вот здесь снизу, да. Нормально. Вот. Вот так было. Все, четко. Так, а, сейчас... Листву, давай тоже уберу листву на бедрок. Не-не-не-не, оставим. Ну ладно. Сейчас здесь, короче, давай, оп, давай, оп. Пили, короче, так, Машка. Так, оп. Смотри, так, пилится хорошо. Пили. Оп, смотри. Сейчас вот так надо сделать. Машка, процесс идет. Пошел. Так, дай-ка я тут заменю. Давай, меняй, Машка. Меняю. Смотри, я хорошо. Я застряла в плойке. Машка, не застревай. В PlayStation не застряла, так. Вот, смотри, там... Машка делает. Машка, конечно. Так, не было никаких там светокамней там. Не-не-не, тут пока все чисто, короче. Хорошо, ну раз. Единственный светокамень тут, короче, но там все нормально, Машка. Ага, так, а это ты уже сломал, да, стену сейчас? Да, давай. Оп, заменяем, Машка. Машка, заменяю. Машка, главное, заменяю. Вот, смотрите, Машка реально строит, короче. Конечно, Машка заменяет. Тут Машка бункер знает, вообще, мне кажется. А вот здесь уже светокамень, я пока бурить не буду. Давай, Машка, всю стену застрой. Так, давайте вот помогать буду. Оп. Вот так вот сделать. Так, тут уже... Тут тоже стена же была, да? Вот. Была, Машка. Тут везде была стена были стены. Была. Уже нету. Так, вот.
Во. Отлично. Так, все, здесь сейчас буду бурить, запоминать, как стоят цветокамни и все остальное. Сейчас здесь, Машка, стену разнесем. Это, знаете, ваши соседи, которые сверлят по утрам. Это нормально. Мы. Если кто будет спрашивать, мы ваши соседи. Только если кто-то будет спрашивать. Да, 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 обычно не говорите. Так, ну смотри, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот я думал, сейчас Машка скажет, вот так вот не надо, надо вот так вот. Надо вот так вот. Так, все здесь мы сделали. О, красиво, Машка, смотри. Красиво, красиво. Давай, давай. Мастряч, мастряч. Вот тут все за ним, за этот, занимаю место бедроком. Здесь вот так вот. Во, шикарно. Смотри, шикардос какой. Вообще, хорош. Теперь, короче, надо стекло сбрить вверху. Пошли, там еще, вот здесь у нас что-то все послетало. Давай здесь... Построим вот здесь, короче, вот, вот так было сейчас, оп, оп, вот. О, отлично, красиво. О, слушай, пончики, сейчас я сюда поставлю куда-нибудь. Давай, 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 вот здесь надо брить, Машка, вот здесь сейчас надо будет брить, смотри, смотри, смотри. Ну-ка, подожди, 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 иду, иду, иду. Вот здесь я каркас, каркас вот этот весь. Его тоже бедроком, да, заменим? Давай, 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 бедроком все, во. Заменяем, заменяем, заменяем. Вот здесь, наверное, тоже, вот, здесь тоже застрой. Я стекло сейчас тоже сбривать начну. Давай, 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 давай. О, ломается хорошо, прям пошло. Стекло тоже тогда заменяю, да? Стекло меняй, да, меняй. Упадет же солнце, это вообще будет жесть, Машка. Ну да, так, сейчас все мы это заменяем, короче, аккуратненько тут все делаем, чтобы лишнего не тыкать. Блин, я проголодался, пойду, мама ми, еду возьму. Давай, давай, я пока тут застрою до конца. Давай, Машка, короче, фигач. Короче. Так, фигачу, опа. Фигачу. Тебе взять что-нибудь? Тут есть чизбургер, бурритос, что будешь? Давай чизбургер. Все, я тебе бурритос сделал. Зачем спрашивать тогда? Как говорится, если Машку пронесет, то я не виноват, короче. Ага. Поэтому, Машка, говорю... аккуратнее, он острый. Ты любишь острые? Да. Все, отлично, острый бурритос для тебя, короче. Ой, сейчас бы остреньких чипсиков. Смотри, острый бурритос. Ой, вот. Спасибо. А у нас там есть, и кстати... так вот, так вот. А у нас тут есть туалет там? Туалет надо будет поставить, Машка, а то тут можно и реально пронестись, как говорится. Можно, можно, да-да-да. Так, ну что ж, короче, давай, сейчас, сейчас пойдем, короче, купим туалеты. Машка, быстрее тут туалет покупать. Давай, 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 давай. Так, ты куда побежал? Так, давай сейчас подумаем, что нам вообще еще тоже взять. У нас вот холодоса здесь нету, Машка. Нету холодоса. Нету, короче, душа этого. Душа нету тоже. Да, короче, это надо все сделать. Слушай, да? Тут все-то и не поместятся, получается, только мы поместимся. Получается. Ну и ладно. Ну и ладно, ну, да. Так, ну что ж, ладно, ребят. Сейчас мы, короче, пойдем домой. Сейчас я закажу, короче, доставку. Нам это все доставят. И мы, короче, чисто установим. И вообще будет шикарно. Надеюсь, будет шикарно. Надеюсь, но я не думаю, надеюсь, что упадет. Да, ну солнце, смотри, оно вроде не приближается, Машка. Да вроде и, Людочка, как вы считаете, солнце может упасть или не может? Видеопрямой репортаж от Людочки. Мы репортеры. Упадет. Инфа сотка. Телек не врет. Я, кстати, с вами пойду. Потому что я занимаюсь доставками туалетов и всем остальным. Так что я с вами. Машка, она с нами. Ну ладно. Так, ну тогда нам нужно будет повара лично, потому что Машка готовить не умеет. Во-во-во. Тогда мама Мия тоже берем. Так, мама Мия. Так, мама Мия. А что вы можете сказать? О, мама мия, ба итальяно, если я иду, тогда идут все мои кузины и кузены, они в бассейне, все с нами. Ладно, Машка, ведем их тоже, короче. Ну ладно. Машка, возьми часть, короче, я пока закажу доставку. Так, Людочка, вы можете заказать, короче, душ один, два унитаза, нет, давайте три унитаза, потом, значит, три холодильника полного едой и доставку еды. Все будет. Главное, всех перенесите. Мы пока пойдем, ждите доставку, сейчас она приедет. Машка сейчас так. Приедет. О, Машка собрала, все. Да. Машка, да-да-да, пошли, короче, ведем их. Людочка, давай. Пойдемте с нами, мама мия. Все, Людочка, давай. Ой. Все за мной, все давай. Встаем. Экстренная ситуация, соус для перестраховки. Чисто всех идем. Жителей, всех жителей ведем сюда. Так, Машка, давай, заводи их всех сюда. Завожу. Так, вот сюда, пожалуйста. О, так, все давай, заходят, сюда, нифига их сюда, тут, так. Смотри. Все, оставляю их всех здесь, да, Машка, да, короче. Оставляю. Отлично, ребята, все вообще шикардосно. Так, вроде всех оставила, да? Никто за мной не идет, да, все тут стоят. Все, так, все, выходим. Так, Машка, сейчас надо...
А ты чё? Давай, заведи её обратно. Она за мной тоже? А чё она отстала-то? Ты чё отстаёшь? Ты не отставай, ты, короче, тут стой. Да, тут это, кстати, ситуация. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Во-во-во, сюда не надо, сюда надо. Всё, так, ну что, сейчас, Машка, доставка будет, сейчас доставка будет. Машка, там позвонили уже доставка, давай быстрее, а то, короче, это... Идем. Сейчас идем, загрузим, конечно. Короче, там у мамами все возьмем, там мясо, короче, колу, чипсы, все загрузим, короче, тут забираем унитаз, холодос, так, душ. Так, давай, я забрала, короче, холодос, во. Так, и здесь вот, все, забираю еду, короче, все, отлично, Машка, живем. Все, пошли, короче, это все расставлять. Угу, так. И нам нужно будет выживать. Ну, в принципе, я не знаю. Мне кажется, все это фигня, то, что солнце упадет. Не может же оно упасть? Мне тоже так кажется. Оно же вон нормально. О, Людочка, вы уже здесь? Смотри, все здесь. О, и мама Мия тоже тут. Так, давай, холодос сюда. О, смотри, как стали. О, слушай, а у меня еще 3 холодоса есть. Куда 3? Давай, знаешь, куда? Сейчас. О, сюда, давай сюда один еще поставь. Давай, давай, куда? Вот сюда. Давай, давай. Оп. Все. И, короче, ради прикола унитаз на холодосе, короче. Ну, давай, давай, а как он? Ну, как-нибудь, другой, а другой... Маш, ты что, села? Ну-ка, да. А ты права кнопку... О, смотри, села! Машка сидит, а так они и будут сидеть. Я тебя не вижу. Так, один будет здесь. Никто не будет видеть, короче. Ну, да. Другой здесь, смотри, чисто вот так вот сел. Отлично, просто. Все, ребят, у нас размещено. Так, размещаем, короче, хавчик. Капец у нас тут, конечно, это еды. Да, слушай. У нас вообще, слушай, супер вообще. Смотри, какой бункер прям. Да на это, все время, короче. Да, это да, тут можно вообще будет. Но надеюсь, как бы все будет нормально. Так, все, я все положил в холодильник, все морозится. Так, ну что ж, Машка, а вот еще душевую одну забыл. Давай сейчас поставим куда-нибудь. А, да, точно, у тебя же точно все души. Так, давай, допустим. Блин, я даже не знаю, куда поставить. Тут места не так много. Давай, вот сюда. О, у нас все, короче, на стенах. Во, нормально. Смотри, встал такой вот, и все, так залез. Отлично. А, и этот поставил. А ты душ поставил? А, да, вот надо еще сверху. Так... Ова! Сейчас. О, все отлично. О, бежит, отлично. Короче. Так, ну что ж, ребятушки, все отличненько, все работает. Что ж, Машка, пойдем еще что-нибудь затарим, короче. Давай. А тебе как темно? Не, не темно, наоборот, жарко. Ну-ка. Машка, солнце прямо здесь, смотри. Это солнце? Оно реально падает. И прям на нас? Так, Машка, быстрее забегай в бункер. Забегай. Так, внимание. У нас срочная тревога. Машка, ты что, спасет, что ли? Да, короче, надо сейчас... Нет, открытыми оставим. Вот так надо застроить, Машка, так, сейчас... Блин, а ладно, как? Все, ну, проветривание, ладно. Блин, с той стороны бы сейчас как-нибудь так, оп, ну все. Чисто дверь закрыла, отлично. Сейчас, может, я знаешь еще как сделаю, сейчас вот так. Блин, они не дают мне. Я хотел просто, а может их сломать сейчас, подожди, их сломаем. Так, ну-ка, оп. Ой. Нормально, вот так, закрываем, все, закрываем. Все, Машка, нормально у нас. Все, отличненько. Все закрыто, все закрыто. Так, ну что ж, внимание всем присутствующим жителям. У нас, короче, скорее всего, сейчас будет, короче, волна, потому что солнце падает. Все-таки, Людочка, ваш телевизор не подвел первый раз. Да? Так, все в жизни. Так, ну что ж, Машка, ждем удара. Опа, смотри, нормально так тряхнуло. Ой. Машка, что тут у нас происходит? У нас жители начали мутировать. Смотрите, они все стали зомби. Почему они все превратились в зомби? Людочка, что здесь происходит? Конец света, короче. Там что-то вообще происходит, идите посмотрите. Так, Машка, пойдем посмотрим. Нормально. Подожди. Так, сейчас. Вот тут тоже. Что там такое происходит? Машка, солнце упало и появилась черная дыра, смотри. Что это такое? Посмотри. Офигеть. Обалдеть. Вот это жесть, короче, ребята. Так. Это солнце так упало, интересно. Солнце упало, обалдеть. И, видимо, это ядро внутри солнца, это черная дыра. Ой. Смотри, как тут все просто, ничего нету. Здесь вообще тоже разбомбилось все. Так, попробуем давай уничтожить. Так, берем, короче, вот эти у нас есть специальные снаряды ученого жителя. Сейчас мы попробуем запустить, короче, прям в черную дыру. Ты думаешь, получится?
Я думаю, получится. Все, жмем, жмем, жмем. Башка, жми. О, тут смотри, сейчас будет реально конец света. Офигеть, смотрите, солнцу вообще пофигу. Так, давайте проверим, короче, вот так вот. Так, Вашка, давай, ставь вот эти установочки. Давай. Бери, и все, погнали, смотрите. Просто у нас идет бомбардировка черной дыры. Ну-ка, скинь ко мне тентишку. Да, Вашка, бери. Давай. Она улетает, как я тебе скину? Она улетает, ладно, тогда я возьму сама. Давай. А, улетело все, смотри. О, смотрите, пошло, просто турбо. А, улетает все, улетает. Ну, вообще пофигу, смотри, обалдеть. Так, ребят, давайте попробуем чем-то запустить, я не знаю, какой-нибудь базукой или еще чем-то, ну-ка. Интересно. Мне кажется, пофигу, потому что это черная дыра от солнца. Ну вот. Я создал еще черные дыры, Вашка, смотри. Ты как ты это сделал? Женя! Смотри, создаю еще. Зачем? Офигеть, начинает лагать. Короче, ребята, тут вообще происходит жесть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Колокольчик прожимайте! В следующей серии мы все починим. Мы, короче, отмотаем время назад и все сделаем нормально. Людочка, внесите машину времени. Смотри, Машка, тут вообще жесть. Сейчас даже звук прибавлю. Офигеть. Машка, ты видел как-нибудь такое? Никогда. Все, хана. Тут у нас, короче, смотрите, просто дискотека Майнкрафта. Офигеть. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Машка, ты где вообще? Пока, да я в черный дыре где-то. Улетела, короче, Машка. Ничего, мы тебя вытащим, Машка. Спасибо.